Наратив про те, що начебто Росія воює з усім блоком НАТО, почав домінувати в ефірах РосТБ ще від того часу, коли друга армія світу отримала звіздюлей під Києвом, Черніговом та Сумщиною. Українська армія, от оно, доказательство повністю уничтожено. Прямо зараз ми перемалываем Североатлантический альянс. Итак, в феврале мы отлично начали. Как вы видите, взяли существенную территорию. В марте продолжили. А дальше главные потери нами наших достижений относятся к концу марта, начало апреля 2022 года. Что же это были за потери? Какие такие военные действия к этому привели? Ну, конечно, жест доброй воли. На этот момент мы контролировали на первом этапе до жеста, ну, скажем так, мы контролировали, освободили 104 тысячи квадратных километров. Это 16% от общей площади Украины. За счет жеста доброй воли мы вывели свои войска из Киевской, это 5750 квадратных километров, которые мы контролировали, Сумской 2780, Харьковской 1480. То есть жест доброй воли, который был от 23.03 до 2.04, привел к главным приобретениям территории украинской стороной. То есть главное, что они получили, было не военным путем. Потом... Ну, звичайно, це все жест доброї волі. Ну і ви що, які тут війська, яка українська армія? Її ж взагалі не існувало. Це все просто жест доброї волі. Ось так взяли, захотіли захопити, і так взяли, захотіли, відійшли. Тяжеле рішення Харківська область. Це було тяжеле рішення. Потім оставлення Херсона. Это было реально очень болезненно. Уж наши армии воюют блестяще. Потому что сравнивать надо сравнимое. В истории последних 60 лет войска НАТО нигде не сталкивались хотя бы с относительным противодействием равных технологических систем. Они не сталкивались со страной, за которой бы встала вся мощь 50 стран мира, которые бы напичкали оружием. Они не сталкивались с страной, которая 8 лет по всем западным технологиям пичкали фортификационными сооружениями, заливали бетоном, создавая мощнейшую сеть укрепрайонов. С аналогичной по количеству армии, которую они бы разбирали в численном меньшинстве. Россия воюет с НАТО. Ну от ви зрозуміли, чому Соловйов так детально описує, чому ж це російська армія є найсильнішою? Тому що розуміє, що таких панічних перегрупувань, тактичних маневрів чи жестів доброї волі їх буде чимало. Тому пропагандисти і готують своє населення до нових таких подібних маневрів. Тому що програти Альянсу, мабуть, не так вже й ганебно. Тому, коли почуєте про британських найомників в Криму, не дивуйтеся. Значить, армія РФ готується відступати. Місяць назад британці заявили, що ми фінально вже підготовили 5 тисяч морських піхотинців України у себе. І вони скоро будуть готові до завершення якихось дуже різких і красивих акцій. Поэтому я не исключаю, что они готовят, это один из факторов, высадку в Крым. Понятно, она будет в один конец они уничтожат, но им нужна яркая какая-то акция. Угу. Британцы являются основными, скажем так, кураторами этого мероприятия. Если вы посмотрите события последних нескольких месяцев, или там даже нескольких недель, вы увидите действительно очень серьезное обострение на крымском направлении. Ракетные удары, прощупывание с помощью вот этих вот отдельных десантных попыток десантных высадок, удары посредством ПВО, тот же самый удар по Черноморскому, по штабу Черноморского флота, это же не просто так. И, конечно же, ведущими в этой истории являются британцы. У них действительно мощный морской спецназ. Можно тогда, ну, мне просто интересно, раз вы оба так сейчас подробно про все это рассказываете, вот это... Ну, назовем ее так, крымская операция, да? Она у них как разрабатывается в их головах? Это
украинские ВСУ продумывает план. Что-то вроде вот контрнаступа, который мы видим. Или это сидят в Лондоне какие-то там стратеги военные, они там это все это расписывают. Вот, Андрей Юрьевич, что вы про это? Смотрите, был базовый план, начало контрнаступа. Он теперь уже достаточно очевиден. Это прорыв к Азовскому побережью, это блокирование, не захват, а блокирование Токмака, Бердянска и потенциально Мелитополя. И это выход тоже на крымское направление. Крым в любом случае становился финальным объектом. Он сорвался. Они застряли в Работино, в Пятихатках застряли, не получились отвлекающие удары на Бахмутском направлении, не получилось, десант не получился на Херсонском. И в таком случае происходит корректировка планов. Мне просто планов интересно, вот кто эту корректировку проводит? Ну, естественно, представители штаба НАТО, естественно, руководство ВСУ. Относительно корректировки. Та, тут очевидно, що навіть корректировать нічого не потрібно. Штаб Чорноморського флоту – це законна воєнна ціль. Це ж очевидно, каже навіть полковник Хадрьонок. Дуже щось він розчарований російською армією. Ну, ведь є якісь самі елементарні міри предосторожності. Якщо проводиться, наприклад, совещання, то не треба його проводити в якомусь історичному зданні, правильно? Которое хорошо известно противнику, потому что все эти точки, они же известны, можно сказать, пристрелены. На него не надо собираться, там, например, это кавалькады служебных машин. Ну, все, в общем-то, эти приемы известны. И чаще менять пункты управления, узлы связи. Поскольку... ЗКП. Всем переезжать в ЗКП. Закрытый командный пункт, правильно? Это запасной вообще-то. Ну, ЗКП, про який говорить Попов, їм, до речі, теж не допоміг, бо спочатку знищили його, а потім і основний штаб Чорноморського флоту.